Сегодня, 7 мая, праздник всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. И свой профессиональный праздник, День радио, отмечают наши друзья Радио МСМ. Ну, День радио, поздравляю, коллеги. Да, всех спасибо. Радио. Спасибо, и тебя. Ну, и сегодня у нас будут крутые гости. И первая песня, с которой мы начнем, называется «Воспоминания». Я прошедшим, я не жалею, я буду любить тебя всегда. В общем, все те, кто связан с музыкой, они приходят к нам в гости, мы их подключаем в микшерный пульт. Это у нас радиовещательный пульт, через который проходит весь, собственно, радиоэфир. Как называется вот этот деревянный инструмент? Деревянный инструмент называется кахон. Передняя сторона – это ударная, так бы руками бьешь, играешь, ну, происходит звук. А сзади у него резонаторное отверстие. Пока музыкант оставил свой инструмент, я сейчас испытаю, насколько же это сложно на нем играть. А ну-ка. Вот. Сколько лет МСМ? МСМ, ну, в 2019 году осенью мы начали работать. Вот и считайте. По соткам я тебе рыком, ты... Почему же люди любят слушать радио? Радио, оно же ненавязчивое, в отличие от телевидения. Спасибо. Радио не надо смотреть конкретно в один в тот же момент. Исполню все свои планы, я твой личный злодей. Мы решили День радио отметить маленечко так шика. Мы вообще любим звать артистов всегда. Мы любим делать что-то необычное, то, что кто-то не делал. Мы за любой движ Париж. У вас никогда не бывает просто плохого настроения, грусти. Скажи, пожалуйста, в чем секреты ваши? Секрет как раз-таки в самой атмосфере, которую мы здесь для себя создаем. Возьмите одну Таню Касьянову, чего стоит. Она человек, который с рождения не грустил, по-моему, вообще. Я люблю свою работу, люблю уже 4 года. И на работу всегда как на праздник хожу. И даже ту энергию и эмоции, которые я отдаю здесь на радио, я и обратно от наших слушателей заряжаюсь. Сколько диджеев работало в самом начале радио МСМ? Можешь продемонстрировать, как вы меняете резко так голос, тембр? То есть обычным и резко эфирным. Можно продемонстрировать? Да. Ребят, все, погнали, начинаем. Всем привет, это Радио МСМ. Сегодня мы начинаем наш праздничный эфир на частоте 88.8 FM. А потом еще может быть какая-то реклама, где надо говорить вот так. Таня Касьянова, она такая разная. То она может говорить быстро-быстро-быстро, а то она может томно сказать: всех с днем радио. Да, мы просто ищем разные голоса, чтобы как-то поинтереснее разбавлять атмосферу на студии.